құрметті ақмалалықтар, қазақстан республикасы президент жарлығымен 2020 жылғы 16-шы наурыздан бастап елде төтенше жағдай енгізілді мұндай шара елімізде тәуесі қалғаннан бері алғаш рет қабылданып отыр бұл коронавирустық инфекцияның таралуын төмендету бойынша жасалған қажетті қадам коронавируспен күресу үшін барлық медициналық ұйымдар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатыр елімізге коронавирустық инфекцияның енуіне байланысты ақмола облысы аумағында вирустың таралуының алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы хабарлағым келеді біздің маңызды міндетіміз коронавирустық инфекция жағдайларын болдырмау және өңірдегі тұрақты әлеуметтік экономикалық жағдайды сақтау Как вы уже знаете, в двух главных городах Казахстана, но султан и Алматы объявлен карантин. В связи с этим все службы перешли на усиленный режим. Граждане, прибывающие в Ахмолинскую область и стран зарубежья, в обязательном порядке помещаются на карантин. На данный момент число пациентов, находящихся на карантине, составляет 31 человек. Все необходимые условия для пребывания на карантине созданы. Состояние граждан удовлетворительное. На сегодня в области случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Однако это не отменяет тех профилактических мер, которые мы вводим в нашем регионе. За последнюю неделю мы усилили защитные меры. В их числе частая дезинфекция социально важных объектов региона, отмена всех массовых мероприятий, переход учащихся на онлайн-обучение, ограничение посещения мест массовых скоплений народа. Также работник всех структур, кроме особо важных, переходит на дистанционный режим работы. График работ крупных торговых центров сокращены. Мы призываем жителей области быть сознательными и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса. Вместе с тем, я хочу сказать, чтобы акмолинцы не доверяли недостоверной информации, пересылаемой посредством интернет-ресурсов, а верили лишь офици официальным источникам. На сегодня область самостоятельно решила вопрос дефицита средств индивидуальной защиты. Завод ТНС один из швейных цехов перепрофилировал на шитье масок. буквально вчера завод бытовой химии переориентировал и наладил новое производство антисептической продукции заключен договор с спк на изготовление 15 тысяч литров төтенше жағдай кезеңінде азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге сонымен қатар әлеметтік маңызы бар азық түлік тауарларының жеткізлуіне және бағана тұрақтандыруға басты назар аударылады ірі сауда объектілерінің ойын сауық мекемелерінің және кейбір қоғамдық тамақтану объектілерінің жұмысына уақытша шектеу енгізілді алайда барлық азық түлік дүкендері супермаркеттер азық түлік базарлары санитариялық және дезинфекциялық шараларды күшейту арқылы күнделікті режимде жұмыс істейтін болады сонымен бірге барлық кәсіпкерлерді бағаның тұрақтылығын сақтау және халыққа қажетті тамақ өнімдерін жеткізу арқылы облысымыздың тұрғындарына ең алдымен халықтың әлеуметтік осал топтарына қолдау көрсетулерін сұраймын один из важных вопросов волнующих жителей это наполненность продовольственного рынка и цены на продукты на сегодня в регионе обеспечено бесперебойное снабжение социально значимых продуктов питания Так как подавляющее большинство продукции выпускается непосредственно в нашей области, акмолинцы не должны тревожиться и скупать все продукты из прилавков. Продовольственная безопасность под контролем. Кроме того, вы знаете, что в городе действует стабилизационный фонд, призванный защитить продовольственные потребности горожан. На сегодня продуктовая карта фонда полная. Товары первой необходимости можно приобрести на рынке Хамхор по сниженным ценам. Также, в свою очередь, призываю всех предпринимателей соблюдать ценовой диапазон не завышать цены на продукты необоснованно, иначе в рамках чрезвычайного положения местными властями могут быть приняты соответствующие меры. Особо хочу отметить, что все медицинские учреждения приведены в полную готовность. Больницы области оснащены всеми необходимыми лекарствами и дезинфицирующими средствами. Так как в городе Нусултан введен карантин, семь сел области, прилегающих к столице, также будут включены в карантинный список. Это Талапкер, Харуткель, Хоянда, Хоши, Жибек-Жилы, Ибрай Алтынсарина и, и Тайчебе. Жители этих населенных пунктов смогут заезжать и выезжать из города без ограничений. Но при этом надо строго соблюдать все требования чрезвычайного положения. И если нет острой необходимости посещать столицу, призывая жителей данных сел отказываться от поездок и оставаться дома. Мы знаем, что ежедневно общественным транспортом пользуется значительная часть нашего населения. Поэтому в автобусах проводится усиленная дезинфекция. Хочу призвать перевозчиков добросовестно выполнять требования санитарных служб. Большинство услуг Центра обслуживания населения переведены в электронный формат. Нужные документы можно получить через интернет-ресурсы, поэтому посещать зоны нет особой необходимости. В связи с переходом на удаленное обучение школьников и студентов, а также закрытие всех кружков, центров, репетиторства и секций, я напоминаю, что заработная плата учителей и преподавателей сохраняется. Если ребенок дошкольного возраста не посещает детский сад, место за ним также сохраняется. После праздника на Урос детские сады будут закрыты. На сегодня посещают детские и дошкольные учреждения только 24% детей. Хотел бы остановиться на вопросе по правам работников. В связи с чрезвычайным положением призываю работодателей проявить социальную заботу. Отправить работников домой и перейти на дистанционный режим, сохраняя в полной мере заработную плату. Если предприятия или организации будут вынуждены прекратить свою деятельность, то они обязаны выплачивать минимальную зарплату своему сотруднику. В это непростое для страны время государство идет на беспрецедентные меры. Будут всецело поддерживаться бизнес, поощряться инициативы по созданию собственного производства в целях импортозамещения. А для действующих предпринимателей вводятся налоговые льготы. Так на один год будут освобождены от уплаты налога на имущество владельцы кинотеатров, крупные объекты торговли и другие. Также от индивидуального подоходного налога будут освобождены индивидуальные предприниматели. Будет сокращено число проверок среднего бизнеса. Кроме того, еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на соблюдение элементарных санитарных правил гигиены. Чаще мойте руки, проветривайте помещение, контактируйте на расстоянии, Необходима самоизоляция. Это главные условия для борьбы с вирусом. При малейших симптомах обращайтесь в службу скорой помощи по номеру 103, либо в колл-центр по номеру 1406. В том числе следует вас предупредить, что за сокрытие болезней или лиц, находящихся в контакте с заболевшими, предусмотрена уголовная ответственность. Для нашей области этот год непростой: за нынешнюю зиму выпало рекордное количество снега. В регионе активно проводятся противопаводка мероприятия. На данное мероприятие выделены средства. Случаев подтопления жилых и иных объектов пока не допущено. Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле. Уважаемые земляки, в свете сегодняшней ситуации мы проведем празднование Наурыза в новом формате. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех их молиться с предстоящим праздником Наурыз Миарама. Сегодня очень важно сохранять спокойствие, быть внимательным к окружающим и заботиться о своем здоровье. Очень важны такие качества, как самодисциплина, гражданская ответственность, сплоченность и консолидация всех наших усилий в борьбе против трудностей. Жумла Кутерген, Жук Ченль, Баршаназда, Кележат Хан, Олустун Олкунмен, Кутхтайман, Отпаслар Заамандак, Дендерзге Саулхтлимен, Ельмизаман, Жутмастан Шпулсен.